Всем привет зрителям, подписчикам канала. Поступил телевизор Акай, модель на экране, видите, заявлено клиентом. Звук есть, нет изображения. Ну что же, будем разбирать, ремонтировать подсветку. В общем, телевизор я уже разобрал за кадром, пока у меня камера села, я ставил на зарядку и решил этот телевизор разобрать. Все, за кадром. Теперь я вот вооружился прибором для проверки светодиодов. Ну и начинаю проверять в общем по линейкам. Ну, тут. Так, верхняя у нас исправна, все 6 диодов горят. В общем, верхняя исправна, проверяем нижнюю. Нет, даже не загорается. Теперь можно проверить по одной лампочке, как говорится, исправная. Исправная. Здесь стоят 6-вольтовые диоды. Исправный. Правый. Так. Следующий. И там вот этот. Ну, получается, вот последний неисправный. И здесь тоже не исправлен. Это я так возьму. Сейчас буду по цепочке идти. 2, 3, 4. Пятый не горит. В общем, здесь решаю полностью подсветку сменить. У меня есть уже новые. В общем, я забил поиск в интернете. Сейчас вам покажу, почему-то не значит, интернет выдал. Так, положу.
В общем, набирал в интернете по этой строке. Набрал, допустим, вот 8D32. Вот эту всю маркировку. Мне интернет выдается буквой А, где буква С, доллар. И почему-то я интернет ее не нашел. А вот буквой Б. Вот она, буква Б. Таких много подсветок. Такую я вообще не мог найти. А так практически они одинаковые. Да, ну сейчас буду вот эту пару устанавливать. Собирать и включать. В общем, я рекомендую. Можно перепаять вот эти два сгоревших. Ток убавить. Уже это не первый раз. В общем, меняешь эти, и через какое-то время сгорают другие при убавленном токе. В общем, рекомендуется лучше сразу все светодиоды менять, или можно целиком рейки менять. Сейчас приступаю к замене реек. Заменил рейки подсветки. Включим. Работает подсветка. Ну и сейчас покажу. Чтобы подсветка долго, светодиоды прожили, нужно убавить ток. Я это сделал. Убавить ток. Выпаял вот из этой линейки пару резисторов по 1,6 ома. Вот и выпаял, 3 вот осталось, 2 выпаял. Вот они, у нас 1,6 ома. Ток подсветки, естественно, упал. Ну, должен послужить еще хорошо. Ну, сейчас осталось собрать, поставить матрицу. Можно телевизор полностью собирать и отдавать. Продолжаем. Ну что, телевизор рейки заменил обе. Ток подсветки убавил. Можно включить. Все. Телевизор работает. Телевизор, пульт, кому будет интересно, Акай. В общем, на этом ремонт закончен телевизора. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Телемастер 222. На этом все. Всем пока.